Кино на ТВ-Рус. Спасибо, что пришли. Я счастлив, что у меня такие поклонники. Блин, ну почему мы не в Москве? Я бы сделал всех этих звезд. Ну зачем тебе эта Москва? Мне нужна большая сцена. Не, ну помечтай-то я могу. Куплю квартиру, машину самую крутую, виллу на Сицилии. А я в твои планы не вписываюсь? Где бы только найти этого продюсера? Не помешаю. Я вижу, вы меня узнали. Михаил Зальцман, продюсер. Мне кажется, что у вас есть все то, что мне нужно. Будешь ты у меня, сынок, звездой. Хочешь? Хочу. Ты только звони, ладно? Пока. Интересно, как он там сейчас? На, полюбуйся. Как свадьба? А я? У меня жизнь рухнула. Жизнь твоя только начинается. Добро пожаловать в Москву. Руки вверх! Евгения Лоза в фильме «Золушка.ру». В воскресенье на ТВ-Рус.